О, Rainbow 98 вернулась. О, Type Invader. Пошли. Пошли в Invader играть. Это точно. Синг. А! Да, да, да. Охренеть. Я не готов к такому. Вы чё, у меня туннельный синдром, я не могу в такое. Давай, это слово! That's particular busy. Ладно, я один раз попробую только. Господи, господи, господи! Вот теперь у меня дислексия. Я вообще не понял, блин, что произошло. Ну ладно, я не жалуюсь. Все? Ну, не может без кофе. Пойдем, пойдем, кофе возьмем. Блин, кофе не выкидывает. В туалет. И в туалет с кофе, да? This gameplay. Ремастер. О боже мой. Где его лицо? Чухан. Hey, Orp, it's Mike. About our trip, did you get a chance to book the rental house? When you book the rental, please make sure to keep it under $100 a night. It'll be just like the old college days. You always had a knack for finding the best spots. Ура, пикник. Не знаю. Я хотел написать booking.com. Я любую клавишу нажимаю, оно само за меня пишет. Иллюзия свободы выбора просто. Мем в будущем. Тихо! Вернись! Справедливо. Сойдет. Смотри на дорогу, дебил! Блин, вот так вот ехать в снег, вот так вот в сумерках. Олень. Шикано-кано-кано-какой штан-тан. Блин, за это я люблю все-таки серию First of Adam. Она такая душевная. Да, сколько я буду говорить об этом уже. Actually, maybe you should just work as a studio light engineer behind the camera. I think it would be better field of work. А, это Кейс. Ну это я услышал после Кейса. Где ты за Бливиан, это ты? Фига себе, чад идет. Я только что на этого посмотрел. Это я, парни. Не смотри на меня, пожалуйста. Вот моя любимая часть в любой игры этой серии. Мои корочки. Урод. Я сейчас как в том видосе, где чел ел сэндвич, а потом ел тарелку. Я сейчас коробку так хочу есть. Мейс Уиндоу. А, класс. Oh, for fuck's sake, he's just... Пилигрим. Дед, чё ты привязался-то ко мне, отвянь? Снота. Пердун. Отсюда. Да, я хочу... Да. Я хочу машинку по... Ты хитрый. Ему дать воспитать. Еще эти звуки великолепные. Прям вот. Ага. Это точно не страшный дом. А там код был, да, сказан? Да. Нормально. Я его, в принципе, не увидел. Все, обзор на хату вторая часть?
как в первом видосе, да? Бра. Я подумал, что погуляю. Мне надо посмотреть, что тут есть. Спячула. Да ты обоссышься сейчас. Беги ссать. Это женщина. Они могут бесконечно хранить в себе запас. Типа, если бы туда... Здесь была бы полная тишина, то это было бы менее страшно. Ну, кстати, в реальности, когда полная тишина... Поэтому звукарям иногда реально нужно давать надбавку. Потому что они реально очень работу делают. Ооо, мне сюда, это моя любимая комната будет. О, Эндос Бейсмент. Это арт-корнер. Это вот мусорогория. Еще миленький камин. Миленькое все. Атари! Уиджи! Уиджи! Уйджа! Пиз геймплей. Пик геймплей. Интересно, сейчас второй скример на выходе будет? Там нужно вытереть. Туалетку возьми. Вот, прям перед тобой висит. Он попытался. Dungeon Maniac. Звучит как группа. Такое лицо. О, ты старика он нормально выглядит. Вот где скример. Куда фукаю? Господи, опять лицо. Упси! Это Ройан, это Райан Гослинг. Райан Гослинг. Давай. Это верно. Всегда форшедуинг вообще. Да, парень, у которого я купил тот дом, ну, сказал мне, что его мать умерла здесь. Ну, люди умирают, что сказать. He's just a silly little guy. Старый. Не помню, дед как дед. Кроме деда, да. Дед пердет и все. Эй, как же все-таки мило. Короче, это старый, только по горизонтали. Мы поймаем очевичную рыбу, вот увидите. Уоли! Старди Голи, реально. Пик геймплей. Гитара на холоде. Мне нужен Норсен Пайк. Ячейки. Может, это просто редкая рыба? Рыба моей мечты. Да. Здоровенный Норсен Пайк. Вот сейчас реально саундтрек из видоса про инженера нужен. Кем его за язык тянул? Эй, поздравляю тебя. Давай. Я поймал его. Я его поймал. Самое смешное, они только ушли, я его поймал. Вот реально. Только я ушел, ты его поймал? Да, вот в тот момент, когда вы оба ушли, я сразу его и поймал. Он баскетбол, говоришь? Вышибалы. Нам нужен... Чиз. Чиз. А, common card. Раз.
Че, приманку так оставите? Бра. Ты поймал, ура! Победа. Я тебе больше скажу, я его поймал ровно в тот момент, как только ушел. Ага. О боже. Миску. Вот сюда. А. Солт. Пеппа. Мне нравится, как упаковка дезинтегрирует. Эй, Italian man. О. Это кастрюлька под вот. Да, кастрюлька. Перевод, наверное, клевый. Она сама догадалась. Какая умная духовка. Такую из. Да. Доска Луиджи. Хорошая идея. А, пойдем в подвал. Ура. Пойдем в подвале с доской. Гадать на бабку. Ну, дебил. Брал он. А мне не страшно. Ладно, мне тоже страшно так и быть. Кстати, по факту. А, там что-то шуршало. Ага. Пофиг, рыбка готова, рыбка, рыбка. Чёрту подвал. О нет, его пальцы просачиваются сквозь тарелку. О боже. Вкусняшка. So first, we are gonna prepare the asparagus. Season these with... Немедленно. Он за дверью. Я так и знал. Прячь, отлично. Прямо в уголочек. О, там дверь, там чулан. А смерть на тебя скастит? А ты проверь, не хочешь? А вдруг? Ачивка. Тварь. Шуршалова. А я знаю, где еще одна. Я знаю, вот тут. Какой же ты бесполезный, а? Так что, он не хочет, вот и всё. Не мужик. Где ты стремянку увидел здесь? Это притягнул, что ли? Блин. Крыса! Нет, это кот. Мау. Мау. Реально мау. Ну ты... А ты спустись, а там чел сдох. А? Опа! Поворот. Пойду с котярой, мой кот теперь будет. Он всего лишь кот. Кто это? Там другой человек прошел. В доме. И я не пойду в дом. А что поделать? Придется. Контент. Не пойду в дом. Я не хочу туда идти. Контент. Я не хочу туда идти. Контент. Контент.
Контент. Давай, контент, контент, контент. Подпишем видео, пик контент. Лайвлик. Лайвлик? Да, в этой комнате. Юрий. О, привет! Съел кота. А. А ты посмотри, там вообще есть смеситель? Есть. Нет. И не, наверное. Ну вот, а как он его чинил молотком через стену? Ну ты дед. Один с вечера. Знаешь что? Вы сюда вообще приехали, чтобы с третьей сидеть, но третья не приехала. Давали. Не купили, арендовали. Арендовали, да-да-да. Ну зато теперь мы знаем, что Майк не умрет. Да. Понял. Мне в соло сражаться с этой всей красотой. Обними его. Давай. Погрейся об этого теплейшего человека. Чувствую отдохнуть. Недолго отдыхала. Сколько отдыхала? Диет. Диет. Это наш. А, нет. Диет. Это мужик. Это тот мужик из этой, со станции. Эк. Ой, блин. Ты ломишься к другому человеку. То, что ты обосрался в своей поездке, не наша проблема. Тут у нас проблемы похуже. Она тебя вообще защищает, мужик. Сдох бы от деда. Пипец, ты... Что ты на... По каким заслугам? Все, иди спадки. Иди спадки, все хорошо. Деда не существует. Я слышу, ты... Вообще очень глупые. Заткнись! Да пошел ты! Я надеюсь, это Рик. Причем орал-то, мужик. А у деда молоток в руке. Кажется, он сдох. Он кармически сдох. Что у тебя в руках? Дед, давай я с тобой буду, ради бога. Да, это точно безопасный дед. Стоп! Да. Забей, дед нормальный. Я сейчас сижу с открытым пищем, чтоб ты понимал. Я согласен. Ну, это вполне было, ну, одной из тропов. У меня мурашки пролетели сейчас по телу. Да, конечно, от такого, конечно, потому что к тебе зашел дед с молотком, наступает на тебя еще так, улыбается сын. Это мои друзья. Мне кажется, такое говорить... Деду с молотком? Что значит тебя? Да он побежал. Беги, дед! Это смерть. Всё, в подвал, наверное. Потому что подвал на самом деле защищенное место, потому что тут есть духи.
У меня есть ключи от этой двери. А, выйти и бежать, кстати. Все, теперь это нормально, это нормальный побег. Вот. Беги! К выходу, к заднему. А, закрыто. Задний, к закрыт, вот он. Я понял, я что, коту, блин. Там табуретки на второй этаж нет? А как он дверь? Хорошо, не вёрн. Наш котяра. Я позвонил 1-1. Где кошка? Наш котяра. Я там выбил дверь. А, к выходу. Дед все-таки свалил. Нажал на тапок. Блин, прикинь, такая жизнь в реальности произошла же все-таки. Это ж страшно. Какой трек. Эй, соу. Лили Пичу. Прекрасно.